Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем берет. Берет очень оригинальный, но очень простой в исполнении. Я связала берет на обхват головы 50 сантиметров, но можно связать на любой размер, провязав схему до конца. Вязала вот по этой схеме. Все очень просто. Начала с того, что сделала 8 воздушных петель, замкнула в кольцо соединительным столбиком и провязала 5 воздушных петель. 3 воздушные петли подъема и 2 петли узора. Теперь в кольцо буду провязывать еще 15 столбиков с накидом. И каждый столбик буду отделять друг от друга 2 воздушными петлями. Провязала столбик, 2 воздушные петли, накид на крючок. В кольцо провязываю столбик с накидом. Снова 2 воздушные петли. И таким образом у нас в этом ряду всего вместе с петлями подъема должно быть 16 столбиков с накидом. Так вяжу до конца ряда, закончу ряд соединительным столбиком. Провязали первый ряд. Переходим ко второму ряду узора. 3 воздушные петли подъема над петлями подъема предыдущего ряда. В арку провяжу 3 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом и третий столбик с накидом. Провязали и столбик с накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда. Так будем продолжать до конца ряда. В арку из 2 воздушных петель предыдущего ряда будем провязывать по 3 столбика с накидом. 2, 3. Провязали и столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Так будем вязать весь ряд. Закончим ряд соединительным столбиком.
третий ряд узора. 5 воздушных петель, 3 подъема и 2 узора. Накид на крючок. Пропускаю один столбик, следующий столбик провязываю столбик с накидом. 2 воздушные петли, накид на крючок, один столбик пропускаю, в следующий провязываю столбик с накидом. И так до конца ряда. 2 воздушные петли, пропускаю один столбик на основании и в следующий провязываю столбик с накидом. И так до конца ряда. Закончу ряд соединительным столбиком. Переходим к следующему ряду. Соединительным столбиком переходим в арку. 3 воздушные петли подъема. В это же основание провяжу еще 2 столбика с накидом. То есть в эту же арку еще 2 столбика с накидом. Всего 3 вместе с петлями подъема. И так буду продолжать весь ряд. В каждую арку буду провязывать по 3 столбика с накидом. 2, 3. Так буду вязать весь ряд и закончу ряд соединительным столбиком. Переходим к следующему ряду. 6 воздушных петель, 3 воздушные петли подъема и 3 узора. Накид на крючок. Пропускаю 3 столбика. И между столбиками провязываю столбик с накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид на крючок, снова пропускаю 3 столбика и между столбиками ввожу крючок и провязываю столбик с накидом. Так буду продолжать весь ряд. 3 воздушные петли, накид на крючок, пропускаю 3 столбика, между столбиками ввожу крючок, провязываю столбик с накидом. Вот так у нас получается. Так продолжаем до конца ряда, закончим ряд соединительным столбиком. Переходим к следующему ряду. Итак, соединительным столбиком переходим в арку. 3 воздушные петли, 2, 3. Накид на крючок. И еще в эту арку провяжу 3 столбика с накидом, то есть рядом ниже у нас было по 3 столбика. Сейчас у нас постепенно петли прибавляются и провязываем в арку по 4 столбика с накидом. В следующую арку также провяжу 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. И так далее до конца ряда. В каждую арку провязываем по 4 столбика с накидом. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Следующий ряд. 7 воздушных петель, 3 воздушные петли подъема, 4 узора. Накид на крючок. Пропускаю 4 столбика и провязываю столбик с накидом. 4 воздушные петли. То есть в этом ряду тоже у нас прибавляются петли. Накид на крючок, пропускаю группу из 4 столбиков, между столбиками ввожу крючок и провязываю столбик с накидом.
4 воздушные петли, накид на крючок, пропускаю группу из 4 столбиков, ввожу крючок и провязываю столбик с накидом. Так буду провязывать до конца ряда, закончу ряд соединительным столбиком. Следующий ряд. Продолжаем прибавлять столбики. Переходим с соединительным столбиком в арку. Делаем 3 воздушные петли подъема. И провяжу еще 4 столбика с накидом в эту арку. Всего у нас вместе с петлями подъема будет 5 столбиков с накидом. То есть вот второй столбик, третий столбик, четвертый столбик. И 5 столбик с накидом в арку предыдущего ряда. Следующую арку провяжем 5 столбиков с накидом также. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый. И 5 столбик с накидом. И так буду продолжать вязать до конца ряда. В каждую арку по 5 столбиков с накидом. Так вяжем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Вязала вот по этой схеме, вот таким образом, постепенно прибавляя столбики и увеличиваем количество петель в арках, мы вяжем дно берета нужной величины. Я не вязала схему до конца, у меня получился берет на обхват головы 50 сантиметров. Думаю, на взрослый размер эту схему надо будет провязать до конца. Мы остановились вот на этом ряду. В следующем ряду арка будет 5 воздушных петель. И так далее до нужной величины. Если вязать берет на взрослый размер, придется, скорее всего, провязать схему до конца. Потому что сразу потом после схемы идет убавка. В последнем ряду арка состоит из 11 петель и уже столбики с накидом, 12 столбиков с накидом в эту арку. Получился у меня берет диаметр 32 сантиметра. Закончила на 8 столбиков с накидом и теперь приступаю к убавке. Здесь вяжу уже арки в этом ряду из 3 воздушных петель. Здесь я делю 8 столбиков пополам, то есть отсчитываю 4 столбика. Между столбиками ввожу крючок и провязываю столбик с накидом. Снова 3 воздушные петли делаю. Ввожу крючок между столбиками, отсчитываю 4 столбика и провязываю столбик с накидом. То есть сейчас мы постепенно начинаем убавлять петли. Схему я до конца не довязывала. У меня получился берет на 50 сантиметров обхват головы. То есть теоретически его можно сделать на взрослый размер, но тогда он будет не очень глубокий. То есть в готовом виде берет получился диаметром 28 сантиметров. Сейчас я довязываю ряд до конца. Вот эти арки из 3 воздушных петель. И буду дальше убавлять петли. В следующем ряду я решила в каждую арку провязать по 3 столбика с накидом. В каждую арку вяжу по 3 столбика с накидом. Пока еще вяжу крючком 2 миллиметра.
Далее буду уже переходить на крючок 1,25 мм, чтобы еще больше сузить полотно. В следующем ряду крючком, пока еще 2 мм, провяжу ряд столбиков без накида, но буду пропускать по одной петле на основании. Столбик без накида, одну петлю пропускаю, в следующую провязываю столбик без накида, пропускаю одну петлю, столбик без накида. Так буду вязать до конца ряда и закончу ряд соединительным столбиком. Теперь перешла на крючок 1,25 мм, на тонкий крючок для того, чтобы дополнительно сузить полотно. Продолжаю убавлять петли. Я убавляю для обхвата головы 50 сантиметров. Вы можете сделать и на взрослый размер, только тогда в этом случае берет будет не такой глубокий. Здесь делаю убавки так. Провязываю 2 столбика без накида в каждую петлю основания. Затем делаю убавку. Так буду вязать до конца ряда. И далее уже буду вязать просто столбиками без накида до нужной мне высоты резинки. Следующий ряд вяжу просто столбиками без накида в каждую петлю основания. В следующем ряду вновь буду делать прибавки, выходить на обхват 50 сантиметров, провяжу 3 столбика без накида в каждую петлю основания. Далее сделаю убавку. Так буду убавлять до конца ряда, то есть провязывать 3 столбика без накида. Убавка, 3 столбика без накида, убавка. Я выхожу на обхват головы 50 сантиметров. Для взрослого размера, естественно, убавок потребуется меньше. Диаметр готового берета получился 28 сантиметров. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, если видео понравилось, и оставляйте комментарии. Вот такой берет получился у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!